Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите программу «Мастер спорта». Смотрите в этом выпуске. Две победы подряд. Крылья Советов поднялись в середину турнирной таблицы чемпионата России по футболу. 550 участников, от самых юных до именитых спортсменов. В Самаре прошел турнир по баскетболу 3-3 в памяти заслуженного тренера Юрия Тюленева. Они успешно выступают на первенстве и чемпионате страны. В Самаре любой желающий, вне зависимости от пола и возраста, может заняться американским футболом. Крылья Советов набрали ход и ушли на перерыв для матчей сборных, одержав две победы подряд. Самарцы обыграли Сочи и Уфу. После побед волжане поднялись в середину турнирной таблицы чемпионата России. Подробнее в следующем материале. Первый символичный удар по мячу в домашнем матче Крыльев Советов против Сочи нанесли фехтовальщики братья Бородачевы, серебряные призеры Олимпиады в Токио. После такого заряда удачи, а также при поддержке болельщиков, которые наконец заполнили, пусть и частично, трибуны, самарские футболисты могли играть только на победу. Правда, соперник был не из легких. Южане перед этой игрой находились на третьем месте в турнирной таблице. Нам нужны были очки, мы максимально мотивированы были на эту встречу. Понимали, что дома, при своих болельщиках, которых сейчас немножко больше стали допускать, вот, мы можем их набирать, поэтому, ну, как могли, мы настроились, подготовились, и считаю, что хоть и очень тяжелый, но все-таки неплохой матч со своей стороны мы провели. В первом тайме команды провели несколько опасных атак, а затем единственный гол в матче на 33-й минуте забил Иван Сергеев. Он освободился от опеки в штрафной и головой замкнул передачу Ежова. Этот мяч для бомбардира стал третьим в турнире. Через минуту он мог забивать еще раз, но с метра попал прямо во вратаря. В дальнейшем самарцы сдерживали атаки гостей. Хорошо сыграл голкипер самарцев Иван Ломаев, который сохранил свои ворота в неприкосновенности. Второй тайм, понятно, соперник по счету играет. Мы приложили, как говорится, много сил и стараний, пытались скрыть эту массированную оборону. Было очень много, скажем, предпосылок, и был выход один в один. Следующий матч самарцы проводили в Уфе. Для обеих команд это была очень важная встреча. Отличная возможность набрать очки в матче против прямого конкурента. Крылья первый тайм провели отлично. Создавали моменты, некоторые удалось реализовать. На 28-й минуте встречи Антон Зиньковский разыграл с Данилой Пруцевым штрафной и навесил к воротам, где Никита Чернов головой отправил мяч в сетку. Через минуту самарцы удвоили преимущество. Крылья убежали в быструю атаку, и после удара Антона Зиньковского Максим Глушенков оказался расторопнее всех на добивании. 0-2. Во втором тайме после неоднозначного эпизода в штрафной самарцев судья удалил Романа Ежова за фол последней надежды и назначил пенальти в ворота Крыльев. Гамит Агаларов 11-метровый реализовал. Оставшись в меньшинстве, Крылья победный счет удержали. После 6 туров Крылья набрали 7 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице. В Самаре состоялся 12-й турнир по баскетболу 3-3 «Самара Оупен» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Показать свое мастерство на самую большую площадь Европы, площадь Куйбышева, приехали спортсмены из разных городов Самарской области, Питера и Москвы. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. На один день площадь Куйбышева превратилась не в одну, а сразу в несколько спортивных арен. Баскетбольные площадки для разминки, тренировок и самих состязаний. 140 команд или 550 участников из разных городов страны приехали на турнир по баскетболу 3-3 «Самара Оупен». Этот вид спорта впервые вошел в состав Олимпийских игр в этом году. И наши команды, и мужская, и женская, сразу взяли в Токио серебряные медали. Баскетбол 3-3 очень развивается, и на самом деле это очень интересная игра. Я сама недавно ездила за сборную Ю-23, выступала в Словакии, и я на своем опыте скажу, это очень интересная игра, и ты развиваешь себя не только как в командном спорте, но очень индивидуально. То, что ты проводишь с мячом, очень много количества времени. Турнир по баскетболу 3-3 в Самаре проходит уже в 12-й раз. Он посвящен памяти легендарного тренера Юрия Павловича Тюленева, который воспитал целую плеяду успешных спортсменов. Он не тренировал профессиональные команды мужские, он тренировал детей. Он набирал, учил их любить баскетбол. Мальчишки 14-15 лет, подростки уже 14-15 лет, мы ездили в Дом молодежи в 5 утра, выезжая на тренировку, чтобы к 6 добраться. И с Московского шоссе шли пешком до этого Дома молодежи, чтобы быть на тренировке. И оттуда уже в школу, а потом вечером опять на тренировку. Ну, то есть, я хочу сказать то, что он же мог и не делать такие ранние тренировки. Вот. А мы могли и не ходить, по большому счету. Но вот эта любовь к баскетболу, его отношение к делу, оно передалось и нам.
Воспитанником Юрия Тюленева является и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по инициативе которого и проходит этот турнир. Соревнования, начавшись как городские, со временем достигли уровня международного турнира с участием сильнейших команд России и других стран. Вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном глава региона пожелал участникам турнира победы. Командный спорт – это по-настоящему здорово. Спорт объединяет людей, людей разных национальностей, вероисповеданий, людей со всей планеты. И наш турнир этому способствует. Соревнования прошли в 12 категориях. Чтобы вдохновить юных спортсменов, на площадку для участия в матче звезд вышли и именитые баскетболисты, мастера спорта СССР и России, чемпионы Европы. В первую очередь мы делаем это для детей, которые вот пришли в баскетбол, которые находятся на такой стадии, а заниматься ли мне дальше или, как бы, может быть, уже бросить, да, и они видят ветеранов или кого-то действующих игроков, как сегодня пришли ребята из профессиональных клубов, и они видят, что какими они чемпионами стали, чего они достигли, и они, как бы, остаются в спорте, они продолжают себя как-то мотивировать. Делается все, чтобы баскетбол развивался, здоровый образ жизни был нормой для наших жителей города Самара. Ну, а наша задача просто стараться это делать максимально хорошо, профессионально, и главное, чтобы люди получали удовольствие. Сегодня баскетбол – один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области. Им регулярно занимается более 35 тысяч жителей региона. Спортивный клуб по американскому футболу «Медведи» из Самары успешно выступает на первенстве и чемпионате страны. Кроме детско-юношеских и мужской команд, есть и женская. Сейчас у «Мишек» на футбольном поле парка имени Гагарина проходят открытые тренировки. Любой желающий, независимо от возраста или пола, может в них поучаствовать. Первые впечатления начинающих футболистов записал наш корреспондент. Евгения Кузьмина решила баскетбольный мяч променять на мяч по американскому футболу. Ее подруга играет в любительском клубе «Медведи». Первая тренировка, делится впечатлениями, спортсменка прошла на ура. Решила остаться в команде и помогать девушкам завоевывать медали в национальном чемпионате. Здорово, очень, очень классно. На самом деле я уже давно спортом занимаюсь, вот, но вот очень хочется еще побегать, мяч половить и правила послушать. Как мяч ловить, объясняют все и вся, ребята. Вот прям вообще максимально, что пальцы не выбить. Видите, мне даже перчатку дали, мне все дали. Я вон какая нарядная, красивая. Вот это радует, конечно. Записаться в мужскую команду и попробовать свои силы на тестовой тренировке пришел Илья Ястребов. Летать по полю как птица, заносить мяч в зачетную зону, сбивать соперника с ног в обороне – по душе самарскому студенту. К «Медведям» пришел в первую очередь воспитать мужской характер, нарастить физическую силу, только потом завоевывать медали на соревнованиях. После первой тренировки убедился – выбор вида спорта сделал правильный. Особенно впечатлила экипировка. Первое впечатление было необычно. Так прям почувствовал себя профессиональным игроком. С первых секунд тренировка завораживает. Так хочется продолжать заниматься. Прям такие эмоции приятные только вызывает. Очень интересно. Еще благодаря тому, что я здесь занимаюсь не один, а со своими друзьями. В спортклубе «Медведи» американским футболом занимаются мальчишки и девчонки от 7 лет и старше. Тренировки проходят на поле для сокера парка Гагарина по средам в 8 вечера. Домашняя арена во время соревнований – стадион «Локомотив». В этом году «Мишки» отмечают юбилей – 5 лет со дня основания. Медальная копилка пополняется от сезона к сезону. Юниоры есть от 12 до 16 лет. То есть они, кстати, вот заняли до 16 лет, которые заняли у меня третье место в первенстве России. В этом году у нас в Самаре состоялся последний тур закрытия. Младшие дети заняли тоже третье место, бронзу взяли, и старшие золото взяли. Американский футбол в губернии пока представлен только двумя самарскими клубами. Буревестники сражаются за Кубок России и в первенстве первой лиги. Во второй хозяйничают «Медведи». На подходе рождения третьей команды. Американский вид спорта хочет осваивать и молодежь в Тольятти. В Самаре прошел второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе. В этом году в Самару прибыли около 300 участников из 30 регионов. Лучшие из них получат шанс попасть в сборную Российской Федерации. Подробности далее. В этой схватке Глеб Михалев, борец из Самарской области, уступил сопернику из Новосибирска. Говорит, не смог удержать темп во втором периоде. Соперник попался серьезный. Греко-римской борьбой спортсмен занимается уже 7 лет. Здесь, как в жизни, рассказывает юноша, важно держать темп и уметь принимать удары. Выбрать темп, в котором я смогу работать всю схватку полностью и не уступать, самое главное. Мышление какое-то в схватке
как правильно провести прием, правильно выбрать тактику. Вообще соревновательная вот деятельность, она вообще прибавляет много опыта. Есть цель, не ставлю пока большие, все постепенно. Следующее, думаю, Европа. Очень хочу туда попасть. Впереди у Глеба еще много тренировок. Он ставит перед собой амбициозные задачи – выйти на европейский уровень. Такие соревнования, как «Новая высота», помогают проверить себя и прокачать свои силы. Турнир всероссийский проходит уже во второй раз. Победа открывает спортсменам новые горизонты. Они получат шанс попасть в сборную команду Российской Федерации по этому возрасту. Я могу вам сказать, что двое ребят, кто боролся на турнире 2019 года, они уже проявили себя. Один первенство мира, второй, кто сегодня стал лауреатом, победитель Европы. Уважение к тренеру, уважение к делу, которым все мы занимаемся, и уважение к тем, кто занят с нами одним делом сначала, а к тем, кто это делает чуть лучше, обоснованное уважение, соответственно, чуть больше. В этом году в соревнованиях принимают участие 300 спортсменов из 30 регионов страны. Схватки проходят в 12 весовых категориях от 42 до 120 килограммов. У нас есть золотые медали, первенство России, первенство Европы и первенство мира. Я нисколько не сомневаюсь, что ребята, которые сейчас пройдут через вот этот непростой турнир, потому что вы видите, география расширяется, спортсменов больше. Я нисколько не сомневаюсь, что мы этих ребят увидим на небосклоне не только российских, но и международных, и олимпийских соревнованиях. И они прославят нашу великую и могучую страну. Турнир проводится в память о знаковом для современной России человеке, строителе, благотворителе Игоре Найвальте. Под его руководством построены сотни километров железных и автодорог. Миллионы квадратных метров жилья, более 30 крупных спортивных объектов и более 70 храмов по всей России. В Самаре он руководил проектами возведения железнодорожного вокзала, храма великомученика Георгия Победоносца, жилого комплекса «Ладья» на Самарской набережной, которые теперь являются визитной карточкой города. Игорь Найвальт сам занимался борьбой и на протяжении всей жизни оказывал огромную поддержку развитию детско-юношеского спорта тысячам спортсменов в России. 5 медалей разного достоинства завоевали самарские спортсмены на первенстве и чемпионате России по вейкбордингу. Соревнования традиционно прошли под Новокуйбышевском. С чемпионами встретился наш корреспондент. Москвич Николай Волохов приехал в Новокуйбышевск за третьей золотой медалью чемпионата страны по вейкбордингу. Он потомственный спортсмен. Мама – 24-кратная чемпионка Европы и 8-кратная чемпионка мира по водным лыжам. Когда подростком он осваивал доску, конкуренции как таковой не было, рассказывает чемпион России. Сейчас все сложнее завоевывать призовые места на крупных соревнованиях, тем более стать чемпионом страны третий раз подряд. Николаю Волохову это удалось. Я сделал все трюки в разные стороны, в разные ноги. И я сделал вот 5 пятых элементов, 5 пятых мобов. Когда ты делаешь элемент, еще добавляешь к нему 540 градусов. Ребята с каждым годом все больше и больше делают трюки. Вот Стас Фидельский, 14-летний пацан, который делает трюки запредельного уровня. Я вот смотрю и каждый раз волнуюсь. На соревновательный круг выходили не только мужчины, но и девушки. Среди них и звезда национального масштаба, победитель первенств и чемпионатов Европы и мира Мария Волгина. Ну, слава богу, у меня сегодня все получилось, я смогла победить. Парк очень здорово улучшился по сравнению с прошлым чемпионатом России, который проходил здесь 4 года назад. Очень классные фигуры, и все райдеры очень хвалят парк. Первенство и чемпионат России по вейкбордингу проходят в Самарской области второй раз. В этом году было разыграно 12 комплектов наград, в том числе среди паралимпийцев и ветеранов спорта. Всего на старт вышло больше сотни райдеров. За несколько лет после последнего чемпионата России аквастадион кардинально изменился, и теперь здесь могут соревноваться все категории вейкбордистов. Материально-техническая база у нас сейчас, я думаю, лучше в России. По фигурам, по кольцевой лебедке, все то, что есть у нас на воде, я думаю, это один из лучших парков России. Сборная команды Самарской области тренируется там же, где и проходили первенство и чемпионат страны. Препятствия спортсменам известны, и преодолевали они их почти без ошибок. Наверное, еще и поэтому, уверен руководитель областной федерации по вейкбордингу, самарские райдеры и завоевали 5 медалей разной чеканки. На этом все. Больших побед вам. Удачи!